Противодействие финансированию терроризма, поиск спящих ячеек ИГИЛ, совместные антитеррористические учения. Сегодня в Москве начальники штабов антитеррористических центров государств СНГ обсудили вопросы безопасности в странах Содружества. Основные темы совещания – сложная ситуация в сирийской, иракской, афгано-пакистанской зонах. По оценкам экспертов, сегодня только в Афганистане действует более 20 террористических группировок. В качестве наиболее вероятных угроз для государства СНГ, исходящих от международных террористических организаций, формирование так называемых спящих ячеек из числа лиц, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов на родину, а также продолжение вербовочной деятельности в террористические и экстремистские организации. Объявленный идеологами ИГИЛ проект «Новые хиджры» во многом способствует формированию террористических угроз уже внутри государств Содружества. Руководители антитеррористических центров обсудили вопросы противодействия и финансирования терроризма, обменялись опытом обеспечения безопасности на крупных международных мероприятиях. Это касалось вторых европейских игр, которые этим летом пройдут в Беларуси. Также говорили о подготовке предстоящих совместных учений «Арарат антитеррор-2019». Этой осенью они пройдут в Армении. Участвуют представители спецслужб из 7 стран Содружества.